Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о саде для детей. У многих из нас есть или маленькие дети, или маленькие внуки. И оформляя свой сад, приходится учитывать желания тех и других. Разумеется, есть вещи, которые всех объединяют. Это и работа в огороде, и игры на свежем воздухе. Но в саду должны быть предусмотрены места отдыха и места уединения. Чем же занять детей, пока их родители заняты? Для самых маленьких лучше всего подойдет песочница, устроенная недалеко от дома, в зоне видимости взрослых. Для детей постарше отличный выход грядки. Небольшие грядки в саду, за которые отвечает ребенок, требуют от него не только ответственности, но и развивают. Ребенок знакомится с полезными растениями и учится трудолюбию. И что самое ценное, приобретает он эти знания и навыки в форме игры. Знакомьтесь, отличный пример сада, созданного для детей. Обратите внимание, при входе на участок нас встречают две вазы с яркими летниками. Представленный сад состоит из двух частей – парадной или партерной, который вы видите. И здесь основное место занимает красиво ухоженный газон и вечно зеленые туи, декоративные в течение всего года. Партер украсили и миксбордеры, в которых наряду с кустарниками высажены многолетники, летники, весенние цветущие растения и луковичные. Кульминационной точкой данной композиции, притягивающей к себе внимание, является деревянная скульптура. А декоративные элементы, малые формы сада, кормушка для птиц и декоративный вазон с цветами подчеркивают красоту окружающих их растений и служат своеобразной изюминкой оформления сада. Обратите внимание на стриженную живую изгородь и растущие рядом вечно зеленые растения. За белоснежным штакетником основная часть сада. Здесь находятся две площадки для отдыха. Многочисленные цветники, за которыми ухаживают и взрослые, и дети. Огромная лужайка для спортивных игр и спортивные детские сооружения. Это настоящий рай для детей. Здесь можно уединиться в домике, поиграть с друзьями в мяч, покататься на горке. Ну а если будет желание, то можно покачаться и на качелях. Повзрослевшим детям требуется уединение, и этот очаровательный домик как нельзя лучше подходит им для этого. В этом саду нашлось место для всех. На изумрудной лужайке любят играть в бадминтон дети, взрослые, их друзья.
Небольшая открытая терраса, расположенная в тени деревьев, соединяет сад с домом. Дорогие друзья, если понравился фильм, ставьте, пожалуйста, лайки. И подписывайтесь на мой канал Марии Великодной, если еще не подписались. Вас ждет продолжение. До свидания, дорогие друзья. До встречи!